Ничего никого не прошу, никого ничего не надо. Хочу напомнить о том, что вас любит Бог. Настолько сильно полюбил каждого из нас, что написано в этом слове, ибо так возлюбил Бог мир. Мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог настолько полюбил нас, людей, что Он пожертвовал Своим Сыном, отправив Его на крест, чтобы Он заплатил за каждого из нас. Христос уплатил за тебя, вися на кресте, Он сказал «Тетелестай», что переводится «совершилось». Он уплатил великую цену, это пожертвовал собой. За каждого из нас Он пролил кровь, чтобы каждый мог обрести прощение и спасение. Иисус, Он не только умер, если бы смертью была бы поставлена точка, то это была бы обычная смерть. Он воскрес, Он есть живой. И Он слышит каждого из нас, когда мы обращаемся к Нему. Он говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяться – это признать свои грехи и попросить у Бога прощения. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие, молитесь Богу, молитесь за стройные силы Украины. Господи, благослови всех людей, кто здесь едет, благослови Одессу, благослови Украину, помилуй и спаси. Во имя Отца, Сына и